быстрая трасса. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бабахух, аккуратно, машина. Ребята, мы по встречке гоним, аккуратно, аккуратно. А ты откуда взялся? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ух, проехали. Вот это повезло, да, не каждому так везет. Так, берем. Ух, ребята, мы взяли с вами щит. Он нас спасает от различных деревьев и от различных ребят. Мы можем ехать и очень бояться, практически ничего. Потому что не все было замедление времени, опять мы взяли. О, да, тихо. Дорогие друзья, а перед тем, как посмотреть это видео, я хочу вам порекомендовать подписаться на мой канал. Сделать вы можете это вот здесь вот. Также нажимаем на колокольчик, ставим здесь галочку «Сообщать мне обо всех новостях этого канала». Таким образом, когда я буду выпускать новые видео, вы будете их видеть самыми первыми. Поехали! Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, с вами Юра, и сегодня мы будем играть в игру Fairy Breaks. Ну что ж, ребята, давно мы с вами в эту игру не играли, не катались с этим пассажиром, который любит постоянно врезаться, кататься, разбиваться и попадать в различные неприятности, как он любит. Ну что ж, давайте, в принципе, начнем нашу замечательную игру с выбора автомобиля. Так, сегодня мы будем кататься. Так, напомню, что игра у нас взломана, ребята, так что у нас есть специальные автомобили. Смотрите, какие уже готовые, с пушками. Так, это у нас какая-то гробовозка, это на олене мы катались, на свинье тоже катались. На джипе очень неудобно кататься, потому что он постоянно переворачивается. Так что можем взять, ребята, вот такой вот какой-нибудь, вот такой спортивный автомобиль. И попробуем, в принципе, на что он способен и какие перегрузки он сможет выдерживать. Ну что ж, давайте начнем. Так, едем мы, как всегда, непонятно где. О, автомобиль таки серьезный. Чувствую по звуку двигателя, ребята, что автомобиль очень серьезный. Так, Fairy Breaks, поехали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А тормозов у нас нету, а впереди обрыв. Что же делать? А, я его уходил, да, вот это у нас. Смотрите, какой у нас крутой. Автомобиль из какого-то Need for Speed, наверное, из какой-то игры. Потому что... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так как же так? Я же не хотел так сразу упасть и разбиться. Ладно, ничего, мы обязательно с вами сейчас переиграем. Опа, у нас какой-то сюрприз уже есть. Мы что-то с вами выиграли, но что? Точно пока еще не знаю. 25 очков. Так, отлично. Так, поехали, ребята. Так, сейчас мы с вами переиграем, потому что мы сразу как-то врезались, как-то так некрасиво и непонятно. Так, вот. Так, в принципе, автомобиль очень прикольный такой. Но почему я врезался сразу, непонятно. Может, елка неправильно стоял? Была. А может, я неправильно еду? Я не знаю. Видели, ребята, как я проехал? Я чуть не врезался. Да, это было круто. Да, что ж, мы уже с вами заехали довольно таки далеко. Посмотрите, что... Посмотрите, что творится только вокруг этого всего. Так, ну ничего. Продолжаем нашу игру дальше. Так. Нужно было машину нам сменить, но ничего, прокатимся еще на это, а потом поменяем на какую-то... Опять на первом уровне. Где-то как будто на другой планете мы с вами. Так, все, бомбочку, режим мяча. Это если я выпаду, то я буду, короче, в мяче, как я не могу. Там понятно, все головы летели. Вау! Как фух! Ребята, фух, чуть не сбил, вы видели? Чуть меня два грузовика просто не снесли. Дорогу, да. Отлично. О, ребята, замедление времени. Поезд. Наконец-то мы чуть с вами не попали под поезд. Вот это да. Так, едем дальше, едем. Прыжок, берем монету, давай. Ой, да, ребята, мы вороны в стороны разлетелись быстро. Да, все, мы взяли с вами монету, отлично. Катим. Вау, ребята, аккуратненько. Чтобы не врезаться. Так, берем монету. Ребята, хоть бы какой-то мне автомат или пулемет дали, я же совсем не могу эти деревья повалить. Все, взяли пулемет и автомат, отлично, как будто кто-то нас услышал. И
данными пулемёту за ледяное время, довольно транспортный. Вот, отлично. Так, теперь самое главное проехать, ребята, трассу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, мы расстрелили. Мы расстрелили эту машину. Отлично. Так, ну что ж, пулемёты у нас закончились. Ой-ой-ой, да. Там немножко. Так, замедление времени. Отлично. Так, замедление времени, это, конечно же, хорошо, ребята, вторая трасса. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бабахух, аккуратно, машина. Ребята, мы по встречке гоним, аккуратно. А ты откуда взялся? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, фух, проехали. Вот это повезло, да, не каждому так везет. Так, берем. Фух, ребята, мы взяли с вами щит. Он нас спасает от различных деревьев и от различных ребят. Вот мы можем ехать и ничего не бояться, практически ничего. Потому что не все было замедление времени, опять мы взяли. О, да, тихо. Бабах, отлично, все в разные стороны разлетелось и разбилось. Так, ребята, замедление у меня уже кончается, и щит тоже скоро кончится. Пока что мы еще едем, но еще совсем чуть-чуть, ребята, он у нас закончится. Так, ребята, что ж, мы включили ракеты, которые нам различные препятствия подрывают, чтобы мы ехали себе спокойно и не волновались ни за что. Так, по-моему, мы еще сюда так далеко не заезжали, ребята. Мы всегда раньше времени сдавались, получается, такое. То одно, то другое, знаете, а это так конкретно, я смотрю. Отлично, просто супер, просто супер. Просто супер, супер, супер. Так, ребята, нам повезло, что мы взяли щит. Я не думал, что мы сможем поезд буквально в смысле этого слова развалить. А, щит закончился, ребята. Как же так, я не знал. Баум, 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 баум. Вот и все, ребята, вот мы и приехали. Ну, на самом деле, мы очень далеко с вами заехали, собрали аж 184 монеты. И новый рекорд и приз выиграли. Так, ну что ж, давайте сменим автомобиль, ребята. И продолжим нашу замечательную игру. Так, давайте возьмем премиум. Что у нас тут есть из премиума, ребята? Я тоже хочу. О, ребята, хочу Lamborghini вот эту. Нет, джип не хочу. Все, я езжу на Lamborghini. Все, до свидания. Кому что не нравится, не смотрите, я еду на Lamborghini, это круто. Так, ребята, хочу вам еще сказать, если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. Так, поставьте палец вверх и оставьте комментарий. Так, ну что ж, дорогие друзья, мы едем на спортивном автомобиле дальше. Давайте посмотрим. Ехали мы, ехали однажды на Феррари или на Lamborghini, но наших тормозов-то нет у нас опять. Вау, да что ж ты будешь делать? Это тормозов, это автомобиль. Так, спортивный автомобиль таки гонит нормально, ребята. Точила нормальная такая, да. Это вам не ухры-мухры. Это вам вороны в стороны. Так, броня, ребята. Мы взяли броню. Это, походу, какая-то... Я не знаю. А, все. Броня пробивается сразу же с первого раза. Я понял, это не щит, который нас постоянно спасает. Отличная броня. Вау, вот это прыжок. Отлично, монету мы взяли. Да, пушка. Берем пушку. А, это ракетница. Ракетница, ребят, которая впереди препятствия, она помогает разбивать. Так что ее обязательно возьмем. Ребята, сальто, вы видели, какое боковое мы сделали? Смотрим, вот это круто, вот это натуре, да, вот это, вау. Так, аккуратненько, водичка по речечке проезжаем. Так, берем щит. Отлично, все, паровозик мы проехали с вами. Вау, так,
Так, все, щит у нас еще один остался, но посмотрим, где мы его, в принципе, с вами можем применить. Аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Вау, круто. Пулемет, так, все, отлично, мы теперь сможем препятствия все разбивать. Так, монеточки мы с вами собрали. Все, просто супер. Так, теперь мы все препятствия можем с вами разбивать этим пулеметом. Так, замедление мы взяли, отлично. Так, сейчас будет ехать поезд, ребята. Нам нужно с вами перескочить обязательно. Вау! Нам повезло, что у нас была защитная броня. Если бы не она, мы сразу же бы врезались бы в вагон. Наш бы автомобиль сразу же перевернулся, да, ребята? Вот так вот. Так что, ребята, перед тем, как садиться в машину, обязательно проверяйте, есть ли в машине тормоза, чтобы с вами не случилась вот такая вот беда, как с этим нашим чувачком, который постоянно терпит, бедняга, крушение, который постоянно гоняет без тормозов и не знает, что делать вообще. Да, ребята, ребята, фух, вот так вот, дорогие друзья, поиграли мы сегодня отлично в Фейли Брик. В следующей части поиграем в другие игры. Так что, ребята, подписываемся на канал и до скорых встреч. Вы были на канале Вечное Детство. С вами был, как всегда, Юра. До встречи.